Мне нравится готовить и радовать людей своими шедеврами. У меня есть мечта. Я хочу быть настоящим поваром. В дальнейшем, если получится, открыть даже свой ресторан. Раньше, например, у нас и поварское, и кондитерское отдело было в одной лаборатории. И это было не очень удобно, потому что мы все были по очереди. А здесь уже у нас более современное оборудование. Здесь мы почти каждый день готовим, проявляем себя, и это очень классно. Thank you.